те дни, когда мне были ново все впечатления бытия. И взоры дев, и шум дуброва, и ночью пение соловья, когда возвышенные чувства, свобода, слава и любовь, и вдохновение искусства так сильно волновали кровь, часы надежд и наслаждения, тоской внезапно осеня. Тогда какой-то злобный гений стал тайно навещать меня. Печальны были наши встречи. Его улыбка, чудный взгляд, его извительные речи вливали в душу хладный яд. Не истощавой клеветою, он провидение искушал. Он звал прекрасной мечтою, он вдохновение презирал. Не верил он в любовь, в свободу, на жизнь насмешливо глядел. И ничего во всей природе благословить он не хотел.